чтобы наша экономика больше не прислушивалась к советам Запада. То есть враг дает советы, как разрушить экономику. И наши хлопают в ладоши. Поэтому должна быть самостоятельная полностью экономика. И средства массовой информации забрать у тех, кто манипулирует нашим сознанием. Потому что свобода должна быть в пользу России и русского народа. Поэтому про эти санкции они нас особенно не волнуют. Центральный банк – это практически филиал банковской системы США. Сколько раз мы говорили еще Игнатьеву, прекратите деньги отправлять туда. А теперь санкции нам они предлагают. Жили наши деньги, а теперь еще мало этого. Да, отдаваем всю Украину. Банк должен быть государственным и подчиняться правительству, а не, как сейчас, подчиняется федеральной системе США. Все равно я поздравляю ЛДПР. Эксперты определили не мы, вторая по влиянию партия в стране. И партия, и ее лидер. Зюганова я обогнал, я снова на втором месте после Путина, а партия по итогам голосования заняла второе место. Есть вопросы?